Внимание, караул! Объявлено водное возгорание в гостиной здания! Пожарные 5-й исправительной колонии сегодня были подняты по тревоге в разгар рабочей смены. Считанные минуты и расчет уже в машине. Еще мгновение, и огнеборцы разворачивают рукава перед административным зданием. Здесь, на втором этаже, в планово-экономическом отделе штаба, и произошло возгорание, согласно легенде учений. На этот раз пожарно-тактическая задача учений подразумевала эвакуацию только личного состава. Сотрудники колонии покинули здание без паники. Заодно повторили, где находятся эвакуационные выходы. 259-300. Гражданский персонал эвакуирован полностью. Привлечен весь личный состав учреждения, то есть дежурные смены, ведомственная пожарная охрана учреждения. Цель данных занятий – сработать навыки персонала учреждения при возникновении возгораний. В положенный норматив уложились все. Задача учений выполнена. Условное возгорание ликвидировано. Люди эвакуированы, материальные ценности тоже, пострадавшие нет. Дежурный курс учреждения организован. День отраздорован. По прибытии открытого огня не было. Провели разведку и боевые действия по спасению людей, имущества. И был эвакуирован очаг возгорания. Считаю, что уложились в норматив. Также в рамках учебной тренировки прошло занятие с персоналом ИК-5. Ведомственные огнеборцы рассказали сотрудникам колонии о разнообразии первичных средств пожаротушения, а также продемонстрировали, как правильно обращаться с порошковым огнетушителем. Такие профилактические мероприятия в учреждении регулярны. В области проходит месячник пожарной безопасности. Официально объявлен пожароопасный сезон. В нашей колонии ежемесячно производятся инструктажи и учебные занятия, которые вы видели сегодня. А еженедельно пожарной частью производятся выезды по водной с целью подготовки пожарных частей к тушению различных объектов, находящихся на территории колонии. И за ее пределами. В этом году исправительная колония номер 5 получила долгожданную лицензию, позволяющую выезжать на тушение объектов инфраструктуры и промышленности Коряжмы и Котловского района. В случае необходимости помощь муниципальным образованиям будет оказана оперативно.